Всем привет! Так, прячутся мои товарищи. Так, мы сегодня идем около нашего дома. Сейчас мы идем там в сторону торгового центра. Нужно купить или подарок, и цветы. Мы сегодня идем на день рождения дочери моей подружки. Ей 7 лет. Это они дружат с моими детками. Вот. И сейчас мы пойдем покупать, и потом покажу день рождения. Ну, если они захотят, конечно, сниматься. Пока моя дочь, мой сын, что-то не очень хотят сниматься. Вот они разбежались в разные стороны. Вот, вот, не хотят сниматься какие-то все. Дочь моя побежала смотреть уточек, я не знаю, есть ли у него там. Сейчас мы снова в нашем старом городе, на Альштадте, идем смотреть цветы. Там у нас есть один мужчина, он очень хорошие цветочки продает. Если не получится, пойдем тогда в Убан. Там цветочки у нас в метро. Ну, видишь, нет уточек, все у нас затянулось. Обычно тут уточки, а на другой стороне есть, точнее, другой мост. Там обычно, когда свадьбы, замочки вешают. В следующий раз покажу. Это у нас, не помню, говорила я, библиотека. Не знаю, есть там этот мужчина с цветами или нет. Непонятно. Сразу все разбежались. Как только я включила, камеру, так сразу все убежали. Вот. Не хотят. Не хотят. Да, Матео? Матео никак не хочет сниматься. Ну и как хотите, я буду одна. Тихо сам с собой разговаривать и идти. Вот. Здесь как-то не очень удобно, наверное. Не очень удобно в плане не видно. Когда я снимаю без меня, то как-то лучше видно сам город. А так, наверное, переключу пока. Это вот это арабский у нас магазин. А это кафе мороженое. Видите? А вот все-таки есть этот мужчина. Там дальше вот такая палатка стоит. И там цветочки продает. Надеюсь, мы купим достойные букетики. Вот мы купили красивые букетики. Покажите букетик. Самира, покажи букетик. Можешь сама не смотреть. Вот какие букетики. Мы уже фото сделали. Вот такие у нас букеты. Сейчас мы... Такие дяденька делает красивые букеты. Один маме моей подружки Вики. Закрылись букеты. Другой самой имениннице. Вот, сейчас пойдем. Вообще планировали мы день рождения на озере. Но вот погода подкачала, к сожалению, дожди. Ну, придется дома. Мы приближаемся уже к дому моей подруги. Хотела показать вам наши, так сказать, какие здесь дачи. Вот. Дачные, так сказать, это даже не домики, такие вообще конурики. Вот. Все красиво, конечно, хорошо, но это не те дачи, которые как бы в России, да, принято. Вот. Так вот здесь мы вот сейчас вот это за забором как раз идут вот эти дачные домики. Вот здесь вход. Вот. Какие-то деревья, сзади вообще такой маленький-маленький домик, как павильончик, у кого как. Кто на что гораст, так вот, что-то вот такое. Симпатичненько, ну такое вот чисто прийти летом, посидеть, поделать гриль и
на этом все. Так, отдохнуть, но не больше. Здесь все красиво украшают, делают все красиво, там деревья, какие-то цветочки, там дома. Здесь не разрешается в таких дачных участках большие. Здесь просто вот обычно что-то такое супер маленькое, на этом все. Такие вот они домики. А дом ее моей подружки. Вот мои дети убежали с цветами. Он там вот чуть подальше, тоже очень хороший домчик. Домик. Вот мы приближаемся к дому моей подружки. Уже пофотографировались. Точнее, я пофотографировалась. Ну, так как я уже сказала, погода нелетная, так сказать. Ну, после большой жары у нас дожди. Ну, слава богу, сейчас нет тут проливного дождя, как он был вчера и, в принципе, сегодня. Вот. Поэтому еще можем передвигаться. Вот. Погода немножко странная. В принципе, не холодно. Ну, само собой, жары нет. Не холодно. Но в то же время, как-то, наверное, даже, я не знаю, дома я прям вся мокрая была, пока собиралась, пока детей собирала, прям весь лоб мокрый, вся такая вспотела. Вот, думала, что одеть. Вот, одела я такое платьице, не люблю платья. Ну, в общем, ну, с такой небольшой накидочкой. Вот, хотела одеть такую свою, ну, такое, как летнее, типа, ну, не пальто, но такой, не пиджак это, в принципе. Вот. Но что-то подумала, что не буду. И, в принципе, ну, опять же, пока мы ходили тут, что-то немножко то ли накапывало, то ли ветерок, а как-то уже вроде не так уж и жарко. А в то же время, в принципе, жарко. Вот, потому что если что-нибудь оденешь, потеешь. А вот. И так как на улице сырая погода, у меня я уже такой, как баллонка. Или точнее, как этот лёв какой-то. У меня волосы сразу, мои волосы не прямые, как они, как говорят, тут локон. Вот. И если я, как сказать, если я что сделаю, само собой, там себе. Ну, в принципе, особо ничего не делаю, прическа у меня так нормально лежат. Но если я попадаю, где дома жарко, например, вспотею, у меня сразу волосы будут как баран такой, сразу от сырости такие кудряшки пойдут. И тут вот на улице сыро, и сразу вот получается я такая вся какая-то непонятно кучерявая. Вот, сейчас мы приближаемся к дому, сейчас я покажу домик. Вот по такой дорожке мы идем от дороги. Вот этот дом, он такой немного этажный. Он тоже такой частный, в принципе, не дешевенький. Вот. И так все красиво вокруг. Там за домом детям можно гулять. Вот. Так с виду ничего, но внутри он такой очень даже красивенький. Вот. Ну, звоните. Вот сейчас мы будем заходить. Я покажу, какой у нас подъезд у них. Вот видите, стеклянные двери. Да? Да. Идем. Вот это там первый этаж есть. Он там стоят цветочки. Ну, никак у меня более такой симпатичный домик. Красота, много цветочков, а, красивый. Залика. Красотушка. Анжелика. Сколько тебе лет? 7. Вот. Большая. Сколько у тебя цветочков сегодня? Красота просто. Да, Самир? Красота. I just have the miraculous part.
Man kommt halt random. Also guck mal, da sind so 6 fünf Sterne und dahinter ist noch ein gelber. Ja. Ey, das ist ein Fahrstuhl. Nein. Wow. Trink deinen Hunger weg. Ich bin der einzige Typ, das ist das Schloss. Du bist gar kein Typ. Du isst jetzt alles auf. Keine Rüstung. Das hier schmeckt wie Kick. Ich bin hier gar nicht zurückgeworfen. Du bist hier nicht gekommen, etwas konzentriert zu werden. Wer ist heute? Перекус. Хочу снять что-то, просто не снять. Не, я видео снимаю. Никто на нас внимания не обращает. Hätte ich brauchst du gleich mit allen komischen Vorderen zu tun. Mann! Schau mal rein. Ich geh da rein. Ну чего? Наелась? Ну посиди просто. Мама фотку еще сделает. Просто посиди. Мама. Папа. Арман, забирай. Амира. Мам, дашь салфетку, пожалуйста? Свалишься сейчас. Она уже у нас целый день прячется от моих видео. Что-то быстро наелись. О, куда же будет? Meine ist ultra sieht. Wir setzen uns an den Stuhl. Alena, давай. Садись за стол. Садись. Алена, за стол, быстренько. Ich dachte nicht, dass du hier hinter mir bist. Aber warte, jetzt habe ich aber richtig gefallen, jetzt soll ich mich sehen. Was? Was? Alena, du. Одно одеко, что? Где же красавица? Красавица? Что? Тортик садись. Да, да. Что? Тортик, садись. Садись? Садись, там рядом с нами. А я не хочу еда. Хочу еду. Хочу еду. Хочу еду. Светик, давай по очереди я засуну, потом ты хочу ближе подойти. Не могу. Выключай. Нет еще.
Улыбнись, Коль. Сейчас, подожди, улыбнись, мама сфотает, сейчас будешь ждать. Ну это ж не игрушка, то есть давай жди. Алена, куда смотреть, как говорите? Куда хотите. Алена, можешь ходить и посмотреть? Вон туда. Там бабочка вылетит. Петь больше не будет? Камера. Камера. Или грязный этот объектив, или уже телефон старый. Это все мутное. Тоже потеет, шапка не стала. О, сейчас лучше, да. Девочки, уселись. Анжелика. Анжелика, дочка, букашка, легла. Букашка уже все. Букашка моя. А букашка, ты что, спать легла там? Устала. Уморила день рождения. Смотри, сейчас букашка улетит. Можно я вот так? Так, а кто торт будет резать? Что, спать легла? Анжелика. Еще молодец. Ну и запашок. Все, упала и устала. Давай начну все. Смотри, торт режу. Сейчас же печенька нас ждет. Ну, вы уже пришли? Там рудина. Или что-нибудь такое веселое тоже. Яби. Бинго делают. Глаза большой вам делать не надо? Только раз, два, вот так вот. Давай видео еще сделаем. Бегут неуклюжие пешеходы, куда по асфальту рекой. С рождения поздравить и, наверное, оставить им подарок 500 эскимо. А я играю на гармошке, похожей на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Мне новый кусок не нужен. А что, вы снимаете? Что, невкусный торт кушать? Света, снимайте, что ли? Я только сейчас Кама начала. Кама, Надя должен быть. Когда смеяться уже начали, так что смысла не было. Анжелика! Улыбайся. Еще не поломай, меня больше не нет. Ломаю. Он может порвать. Последний. Не может. Классно, что можно? Не может. Новый купишь или сделаешь? Вкусные? Девочки. Одни девочки сладости едят, а куда делись мальчики? Да, они же сладкие.
Ну-ка, что там такое? Смотри, я знаю. Или я слепа. Это мы подарили. Что это там у тебя такое? Самый интересный момент – распаковка подарка. Yeah.